Казанский федеральный университет посетила аккредитационная комиссия AMBA, Ассоциации магистров делового администрирования. Это международная организация, занимающаяся аккредитацией бизнес-школ и программ магистратуры бизнес-администрирования. С экспертами аттестационной комиссии встретился ректор КФУ Ильшат Гафуров для обсуждения условий переаккредитации программ высшей школы бизнеса. Казанский федеральный университет с программами подготовки мастеров бизнес-администрирования впервые получил лицензию AMBA в 2015 году. Мы работали в рамках аккредитованных вами программ. Это совсем по-новому стало позиционировать нашу школу. Я думаю, у вас будет возможность убедиться в этом, когда вы начнете работать уже с документами и увидите динамику. Ректор Казанского федерального университета рассказал гостям об истории формирования современного облика КФУ. Особое внимание Ильшат Гафуров уделил системе подготовки профессиональных кадров и возможности интеграции фундаментальных научных исследований в образовательный процесс. Ранее делегаты уже побывали в Высшей школе бизнеса Казанского федерального университета. На основе анализа документации и общения с ключевыми фигурами, которые участвуют в процессе организации работы высшей школы, мы представим свои рекомендации, как улучшить образовательные программы и куда вам двигаться дальше. Работа аккредитационной комиссии продлится до 5 апреля. Тогда же станут известны предварительные результаты. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Леонард Влетяров, Универньюз.